Друзья, всем вновь привет из холодного, мокрого Питера. Я не знаю, он другим вообще у нас когда-нибудь бывает. Время, в которое хочется закрыться в гостиничном номере и продолжить работу. Чем, собственно говоря, сейчас и буду заниматься. Итак, тема сегодняшнего выпуска очень полезна для всех, кто использует торговые роботы, для всех тех, кто использует свои ручные стратегии, да, и частенько попадает в неприятные ситуации в формате марджин-коллов там или огромных просадок. А в этом видео мы поговорим о том, как выбираться из этих ситуаций, как помочь своему торговому роботу и как помочь себе, когда у вас уже на счету практически ничего не осталось. Смысл обращаться ко всяким мошенническим человечкам, которые там предлагают вам, давайте мне ключи там от вашего счета, я там вам его как-то спасу, а вы мне какой-то процент. Потому что этому человеку абсолютно наплевать на ваши деньги, он просто будет ставить ва-банк, и глядишь, один раз из 100 получится, он какую-то копеечку с этого заработает. Поэтому никогда на это не ведитесь, все подобные ситуации вы должны выруливать самостоятельно. Очень часто мне пишут по контактам с просьбой помочь вырулить из каких-то там ситуевин, я в это никогда не влезаю, потому что дело здесь неблагодарное, вы всегда принимаете все риски только на себя, заниматься этим, я не знаю, какой человек на это вообще пойдет. Вот, поэтому давайте сегодня мы внимательно изучим ту информацию, которую я вам дам. Я дам вам три метода, которые позволяют, как минимум в текущий момент, да, ослабить нагрузку на депозит и в дальнейшем уже всю эту историю выруливать себе в плюс. Итак, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Мы будем говорить про разгрузку ордеров, мы будем говорить про перевороты позиций и мы будем говорить с вами про локирование. Вот эти три основные момента должны помочь вам, ну, в 80% случаев выйти из критической ситуации и в дальнейшем уже хотя бы вывести в безубыток или с куда меньшим минусом закрыться, чем тот, что у вас есть на текущий момент. Я считаю, что этот ролик обязательно добавит закладочки, обязательно себе записать сегодня на тетрадку основные моменты. Я, как обычно, пробегусь бегло, потому что каждый из этих методов заслуживает отдельного видеовыпуска. Если у меня время на это появится, обязательно мы это сделаем. Сегодня чисто так алгоритмически пробежимся о том, что можно сделать, когда депозит уже на нуле. Итак, первый из наших вариантов, да, это разгрузка ордеров. Я его очень часто использовал ранее, до тех пор, пока полностью не перешел на роботизированную торговлю. Но, кстати говоря, с роботами эта история тоже очень сильно помогает, если вы попадаете, допустим, в какой-то, допустим, у вас мартингейловый робот, который усредняет, он попадает в ужасную там лютую просто трендовую движуху, в этой ситуации разгрузка ордеров очень помогает, она помогает к тому же еще и немного заработать. Но это в идеале, сразу говорю, что все эти методы для того, чтобы вы закрыли в ноль или с небольшим минусом. То есть здесь, когда вы уже в глубокой заднице, лучше всего ни в коем случае не рассчитывать на то, что вы там заработаете и выйдете в безубыток. Просто хотя бы сократите там убыток там, до 5-10% от вашего депозита. Итак, разгрузка ордеров. Что мы здесь будем с вами делать? Значит, смотрите, я попробую сделать это на графике. И, как обычно, ориентировано все для умных людей. А там кисло-задом всяким рассусоливать, естественно, никому потом в комментариях где-то еще не буду. Поэтому учитесь с первого раза. Да? Представим, что мы здесь с вами в этой в точке хай просто вот купили. Вот здесь у нас по уровню 1.42.41 покупка. Точно нам так повезло, да? А в итоге мы думаем, блин, что же делать-то? Стоп, ну стоп снесется, будет обидно, вдруг движуха дальше продолжится, да? В этой ситуации что мы можем с вами сделать? Так, я постараюсь фигурками рисовать, чтобы было понятнее. Ну, грубо говоря, стандартно, если мы здесь где-то заходили, но может быть, я не знаю, но здесь стоп просто громадный должен был быть, да? Вот дошло до этого уровня. Вы понимаете, что, ну, скорее всего, здесь где-то с отскока, вот здесь, допустим, у нас есть ближайший какой-то максимум, да, наверняка здесь вот пошел какой-то отскок. Вероятно, вы здесь усреднились, да? Усреднение ничего не дало, в ноль здесь вывести не получилось, цена пошла ниже, потом опять вверх. Ну, здесь, кстати, может быть и получилось. Ну, допустим, что ничего здесь не вышло, не усреднились, и цена опять рушится. В этой ситуации уже ну, депозит должен быть, ну, так очень нехило под хромом, да? Вот в этой ситуации, для чего я вообще эти три варианта даю? Не только для того, чтобы вы выходили из критической ситуации. Есть еще один очень важный момент. Часто, когда у нас идет положительная серия сделок, или даже убыточная, неважно, есть такой страх открытия сделки. Да? Чаще всего он именно после того момента, когда вы получили какую-то определенную серию прибыли, да, то есть у вас прям очень хорошая статистика на счете и страшно открыть сделку, потому что она может все испортить. Вот когда у вас есть эти вариации, особенно разгрузка ордеров, это самый мощный, я с него начал не просто так, это действительно самый
тот метод, на который нужно обратить свое внимание. Он всегда помогает в формате того, что, ну, если что, я разгружу, да? Ну, вот такая же история. Как мы в этой ситуации можем с вами поступить? Смотрите, у нас была открыта сделка, а здесь, соответственно, мы, к примеру, еще раз усреднились и понимаем, что цена так кверху не идет, потому что если мы здесь с вами посмотрим, так, давай-ка мне еще одну фигурку. Так. Опа. То здесь у нас уже область консолидации, да, и понятно, что что-то никак не хочет он там ничего пробить. И понимаем, что цена очень даже вероятно может пойти вниз. В этой ситуации мы с вами как раз-таки ставим разгрузочный ордер. Сейчас рисую, как это работает. То есть, допустим, он будет по цене чуть ниже, вот, ну, допустим, даже вот этого же минимума. Мы просто понимаем, что цену отсюда, с этих максимумов, где фунт еще никогда не был, допустим, да, может рвануть просто очень жестко и очень сильно. Понятно, да? Хорошо, если это мы с вами понимаем, тогда четко принимаем для себя тот факт, что как-то нужно из этой ситуации выехать, что-то в этой ситуации нужно сделать. Как-то ее нужно решать, потому что иначе просто от депозита ничего не останется. В итоге, мы с вами понимаем, что есть ближайший какой-то локальный минимум по цене 1.4091. Что мы в этой ситуации делаем? Итак, разгрузка ордеров. Соответственно, вы, допустим, зашли одним лотом, у вас покупка, да? Один лот buy. Соответственно, разгрузочный ордер у вас будет составлять 0.5. То есть два раза мы его делим. И это у нас будет sell stop. Ну, в нашем конкретном примере, да? Умные люди, включаемся. Для там всяких кислозадых ничего полезного не будет. Так, соответственно, sell stop мы выставляем вот по той самой... Так, иди-ка сюда. Вот по этому самому уровню, да, 1.4091. Что у нас в итоге получается? Смотрите. Если цена идет вниз, мы ждем момента, когда опять образуется какая-то консолидация или какие-то другие сигналы в вашей стратегии, где вы будете понимать, так, здесь я опять могу покупать. В этот момент вы закрываете разгрузочный ордер, он у вас sell, он у вас идет с прибылью. Поэтому таким образом вы разгрузили, вы уже падаете не одним лотом, а 0.5, потому что один лот у вас был в покупку, а пол лота у вас в продажу. Соответственно, здесь у вас идет минус один лот, а здесь у вас идет плюс пол лота. Соответственно, у вас получается половина лота, то есть уже в два раза больше расстояние, которое может выдержать ваш депозит. Понятно? Да? Хорошо. Вот это один из первичных вариантов. Разгрузки используются разными методами. У нас есть роботы, которые выставляют разгрузки под каждым усредняющим ордером. Есть определенный алгоритм, определенные подходы. Поэтому просто говорю, что я вам даю голый такой секретный алгоритм. Это наша разработка. Я нигде вообще такого вообще ни на Форексе, ни на Фонде не видел. Это чисто наша проработанная история. Вот. Использовать это можно многими вариантами. Подумайте, покидайте, пораскиньте там мозгами. И из этого может получиться очень хорошая стратегия. Дальше. А если цена все хватает этот ордер, у многих может возникнуть такой вопрос, да, и пойдет вверх. В этой ситуации, опять же, если здесь будет мощный тренд, на который вы тут рассчитывали, да, потому что неизведанные высоты, соответственно, в дальнейшем у вас будет один лот в плюс, пол лота в минус. То есть вы вперед будете зарабатывать, опять же, половиной лота. То есть там выше вы уже сможете закрыть эту сделку в безубыток. Но опять же говорю, если вы в такую ситуацию влипли, согласитесь, с минусом там 5%, 10% не нужно там ждать и рисковать судьбой, да, потому что если пойдет вниз, там может очень долго падать, слишком большая нагрузка. Если пошло вверх, можно закрыть и открывать новые сделки. Соответственно, за счет того, что вы закроете сделки с небольшим минусом, и у вас появляется окно для того, чтобы открывать новые сделки, вы быстрее заработаете те деньги, чем отыгрывать данный убыток, да. Вот первый вариант. Я думаю, что он многим понравится, кто с мозгами, напомню, да. Так, дальше. Переворот позиции. Так, что такое переворот позиции? Давайте смотрим опять же здесь. Смотрите, мы здесь купили и, допустим, примерно с вами понимаем, что, ну, не хотим мы стоп ставить, потому что стоп здесь огромный, и такие думаем, что, ну, средняя волатильность, допустим, там 40-50 пунктов по фунту, ну, где-то, допустим, у нас будет вот здесь. Один там 41.95, да? Хорошо. Здесь мы с вами не разгружаем, здесь мы делаем другую историю. Смотрите, здесь у нас был один лот на покупку верхний, да? А этот лот уже будет два лота на продажу. То бишь, как это все выглядит? Переворот позиции. Значит, один лот у вас покупка. И два лота у вас продажа. Ну, это отложка, да? Понятно, да? Отложка. То есть, что мы таким образом делаем? Мы открываем позицию в покупку, прекрасно понимаем, что с этого момента, с этой же точки, да, она может полететь как вверх, так и вниз. Опять же, момент неопределенности, прошлый видеоролик, да. Здесь очень сильно помогает переворот позиции. То есть, мы понимаем, что если выше здесь сейчас не пойдет, скорее всего, будет коррекция, откат и прочая подобная история. Таким образом, мы выставляем вместо стопа отложку, sell stop, ну так у нас здесь покупка, да.
Ставим отложку sell stop вдвое большим лотом. Таким образом, у нас вниз идет один лот на покупку, который в убыток, и два лота на продажу, который в плюс. В итоге минус 1 плюс 2 равно 1. Да? То есть одним лотом мы вниз зарабатываем. Таким образом, выводим в безубыток, но опять же говорю, 5-10% пожертвовать можно в подобных ситуациях неопределенности. Это что касается разгрузки ордеров. Дальше. А ну, кстати, здесь можно продолжить эту историю, что если вдруг цена пойдет обратно туда, да, то у нас здесь уже будет минус одним лотом зарабатывать. Таким образом, у вас получается разгрузочный ордер, то, что мы прошли первую часть туда. Соответственно, там просто ждете, когда появится момент на продажу. Здесь нужно заранее это учитывать. Если вы хотите использовать переворот, соответственно, риск-менеджмент желательно еще в два раза сократить. То есть, если 1 к 10 тысячам, было лучше сделать 1 к 20 тысячам. Понятно? Окей, надеюсь. Так, дальше. Третий пункт финальный, это, соответственно, локирование. Я думаю, с этим многие знакомы. Я просто сейчас быстренько поясню, как это быть. Да, то есть там мы с вами то больше делали лоты, то меньше, для того, чтобы в какую-то из сторон у нас цена либо меньше убыток был, не так сильно, не так быстро нарастал, да, либо, соответственно, наоборот, с меньшим лотом, но все-таки мы выходили там без убыток, то есть в плюс зарабатывали. Вот. Так касаемо локирования, это просто фиксация позиции по определенной цене. То есть если здесь у нас один лот на покупку, соответственно, у нас здесь один лот и на продаже будет. Таким образом, мы не будем ни зарабатывать, ни терять, кроме как на свопе и на спреде, да. И, соответственно, куда бы цена ни пошла, вверх или вниз, у нас убыток будет зафиксирован в этом вот ценовом канале. Вот с этим убытком мы придем к определенности, то есть, когда вы локируете, вы понимаете, что ситуация, рынок в фазе неопределенности. В итоге что мы делаем? Да, мы дожидаемся, когда цена попадет в канал ценовой, попадет в какой-то тренд, где мы четко будем понимать, покупать или продавать. То есть, соответственно, если цена пойдет выше, там мы находим момент, где пора продавать, закрываем плюсовой ордер на покупку и, соответственно, усредняем тот ордер, который у нас был на продаже. Понятно, да? Ну и, соответственно, если цена пойдет вниз, с точностью до наоборот. Вот такие простейшие правила, которые, я уверяю вас, помогут вам, если вы человек и трейдер с головой, вырулить практически любую ситуацию. На моей практике вот 80% людей, которые используют эту историю, выходили из просадок там до 90%. Ну, конечно, так лучше не запускать. Заранее, когда вы открываете сделку, сразу для себя готовьте. Что вы будете использовать? Разгрузку ордеров, переворот сделки, либо локировать. Все, с вами был Антон Важновский. Надеюсь, эта информация для вас оказалась полезной. Не забывайте, что наши торговые роботы уже включают в себя еще более крутые алгоритмы, чем я здесь с вами делюсь, потому что если я с вами ими делюсь, соответственно, у меня есть еще более классные системы. Все они автоматизированы в наших торговых роботах, поэтому смотрите в ссылочке под описание, заказывайте торговый робот, устанавливайте, торгуйте в удовольствие. Но если пока возможности нет, то эти правила вам в помощь. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите свои комментарии, не забудьте подписываться на этот канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Всем спасибо, пока!